Влад Насадов. Женский секрет. У женщин недолго живут секреты. Что правда, то правда. Но есть секрет, где женщина тверже алмаза. Это сколько женщине лет? Она охотнее пройдет сквозь пламя и ступит ногой на хрупкий лед. Скорее в клетку войдет со львами, чем возраст свой правильно назовет. И если задумал бы, может статься, даже лукавейший сатана в возрасте женщины разобраться, то плюнул и начал бы заикаться. Картина была бы всегда одна. В розовой юности между женщиной и возрастом разных ее бумаг нету ни щелки, ни даже трещины. Все одинаково, шаг в шаг. Затем происходит процесс такой. Нет, нет же, совсем без ее старания. Вдруг появляется отставание, так сказать, маленький разнобой. Паспорт все так же идет вперед, а женщина вроде вперед не тянет. То на год от паспорта отстает, а то переждет и на два отстанет. И надо сказать, что в таком пути она все больше преуспевает. И где-то годам уже к 30, смотришь, 3 лет уже не найти, ну словно бы ветром их выметает. И тут, конечно же, не поможет с любыми цифрами разговор. Самый дотошнейший ревизор умрет, а найти ничего не сможет. А дальше ни сердце и ни рука совсем уж от скупости не страдают. И вот годам уже к 40 целых 5 лет, хохотнув слегка, загадочным образом исчезают. 40 – таинственная черта. Тут всякий обычный подсчет кончается. Ибо какие б ни шли года, но только женщине никогда больше, чем 40, не исполняется. Пусть время куда-то вперед стремится, и паспорт сутулись бредет во тьму, женщине все это ни к чему. Женщине будет всегда за 30. И веруя в вечный пожар весны, женщины в битвах не отступают. Техника нынче вокруг такая. Что ни морщинки, ни седины. Я никакой не анкеты мерю у женщин прожитые года. Бумажки — сущая ерунда. Я женской душе и поступкам верю. Женщины долго еще хороши, в то время как цифры бледнеют раньше. Паспорт, конечно, намного старше, ибо у паспорта нет души. А если вдруг кто-то, хотя бы тайком, скажет, что может увянуть женщина. Плюньте в глаза ему, дайте за трещину и назовите клеветником!